Дорогие зрители, сегодня будет необычное видео, но даже скорее всего непривычное видео, как для вас, так и для меня. Сегодня я покажу и расскажу о легендарном белом фарфоре с синим кружевом, чайном сервизе из Веймара. Немецкий фарфор отличается изысканностью, изысканным дизайном, формой, цветом, рисунком. Немецкий фарфор белоснежный. Вообще различают три вида фарфора. Различают твердый фарфор, самый твердый вид, имеющий прозрачный белый цвет. Мягкий фарфор, имеющий выраженный белый цвет со сливочным оттенком и значительно мягче твердого. И костяной фарфор, который отличается средним оттенком и средней прочностью. Так вот, немецкий фарфор всегда твердый, прозрачный, имеющий белоснежный цвет. Хороший фарфор всегда поет. Послушайте этот прекрасный звук. Если по нему ударить деревянной палочкой, вот он издает такой прекрасный звук. Обратите внимание, какая форма у чашечек и какие ручки красивые. И какой замечательный рисунок. Он рисунок и синего, и зеленого цвета. Зеленый вот лавр вокруг. Лавровые листья вокруг фрагментов, напоминающих, я не знаю, цветки, снежинки. Ну, я бы сказала, это типа ар-деко, вот такое время. Давайте посмотрим, что здесь. Здесь плохо видно. Да, сервиз моя бабушка очень часто использовала, когда гости были. Ну, в общем, все, что у нас было, мы всегда это использовали. У нас не хранилось это нигде и не стояло в шкафах. Ну, то есть в шкафах стояло до тех пор, пока не приходят гости. Давайте посмотрим блюдце. Блюдце вот уже лучше видно. Сейчас перевернем. Сделано в Германии. Веймар. Сейчас посмотрим еще. И когда я стала искать клейма, я вам уже показывала. Итак, что я узнала? Фарфор, марка под названием Веймар Порцелан, занимается производством фарфора уже на протяжении 200 лет. И на сегодняшний день мануфактура продолжает делать изделия из фарфора ручной работы. Большинство сервизов из фарфора имеют классический стиль. Он довольно элегантный и поистине роскошный. А началось все с того, что как Кристиан Шпек в 1780 году выяснил, что из земли местного происхождения, в которой есть глина, можно делать превосходные фарфоровые изделия. Через 10 лет он решил призвать концессию Вене к данной деятельности и открыл собственное дело. Качественный фарфор пришелся по вкусу саксонскому двору. В 1797 году завод по производству фарфора уже принимал участие в одной из ярмарок, как одна из важнейших мануфактур. А через 90 лет в качестве фабричной марки решено было выбрать герб Саксонии. А еще через некоторое время гербу добавили корону, а также лавровый венок. И мне захотелось все-таки узнать поточнее, – в
каком же году вот у меня было производство моего сервиза, в каком году, потому что это все очень расплывчато. И я решила посмотреть в другом месте, покопаться еще раз в интернете. Итак, что я узнала? В 1887 году у мануфактуры Веймер появилась новая марка в виде герба Саксонии. А в начале XX века помимо герба была добавлена корона, а также лавровый венок. Лавровый венок выступал в роли авторского почерка производителя. И теперь мне стало понятно, почему на моем сервизе изображен зеленым цветом именно лавровый венок. Витком развития фабрики стала прокладка железной дороги. Ее ветка прошла рядом с промышленными цехами завода и серьезно удешевила, упростила транспортировку сырья готовой продукции. Объемы последней увеличивались. В 1900 году Веймер уже экспортировала столовые наборы за рубеж. На товарном значке появилась надпись «Германия», подтверждающая статус крупного экспортера. Очередным владельцем фарфорового производства стал гамбургский коммерсант Эрнст Карстенс. Знаменитая веймарская роспись – его заслуга. Во времена его руководства мастера мануфактуры освоили технику росписи белых изделий кобальтом, ну, так же, как и на моем сервизе чайном. Картенс руководил компанией до смерти, а после ее возглавили вдова и двое сыновей. В 1948 году местные власти приняли решение о национализации фарфорового производства и изменили опять в очередной раз клеймо. А значит, мой сервиз год выпуска между 1900 годом и 1948. Ну вот я проделала большую работу и очень довольна этим. И еще обратите внимание, помимо орнамента, нанесенного красками, здесь очень хорошо виден и рельефный орнамент. Он очень тонко сделан, проходит по краешку изделия, но все равно он очень заметен. Еще одним подтверждением времени создания моего сервиза служит и его рисунок, сделанный в стиле модерна или арт-нуво. Этот период примерно в искусстве фарфора с 1895 по начало XX века. Во Франции стиль модерн известен как новое искусство арт-нуво, в Англии как стиль либерти. В Германии наименование этого стиля произошло от названия мюнхенского журнала «Югенд», основанного в 1896 году. Характерными для этого времени являются стилизованные цветочные мотивы, текучие плавные линии, повторяющие рисунок вьющихся растений, очертания языков и пламени или ниспадающих локонов. И, кстати, у блюдечек, у тарелочек, у чайничка, у сахарницы и у молочника волнистые края. Не волнистые края, только у чашечек. И еще хотела бы сказать историю. Ну, я уже говорила, что бабушка очень часто использовала эту посуду, и можно даже посмотреть, видно и по клеймам, что она вытертая, и вот на блюде рисунок даже немножко вот истерся. Посмотрите. У нас разбились отсюда много чего, но в том числе и разбились блюдца. Даже не блюдца, а пирожковые тарелочки. И вот видите, здесь я все пирожковые тарелочки уже выставила. Вот у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь.
пирожковых тарелочек, блюдечки, но блюдечки вот у нас еще и, видите, остались. Здесь 4 блюдечка еще. И чашечки тоже вот стоят все. Но вот 3 чашечки у нас еще есть. Так что, ну, на 10 персон можно спокойно. Ну, если только без пирожковых тарелок, то можно спокойно это все накрывать. Сегодня такой темный день, и сейчас включу. Вот со светом вроде стало как-то получше видно. И, кстати, когда я еще до этого снимала, я их не все вынула, а сейчас вот вынула все, и хочу показать, что еще здесь есть и молочник. Тоже довольно-таки необычная форма такая, очень красивый молочник. Вот, да, значит, чайник, сахарница и молочник. И вот если без пирожковых, то на 10 человек. Если пирожковыми, то на 7 человек. Я уже собралась монтировать фильм, вроде бы все нашла, но здесь в одном месте я прочитала, в 24-м году к фирменному знаку добавились корона и лавровый венок. И как характерный последний знаковый элемент, авторский росчерк Вермеер порцелан в 1924 году. Но у меня нету Вермеера порцелан, поэтому неужели моя посуда была сделана все-таки до 1924 года? Правда, в другом источнике я прочла, что Вермеер порцелан в 1928 году появилась и стала уже ставиться. Но все равно, или до 1924 или до 1928, неужели у меня посуда такая старая? Вот просто противоречие на противоречие. Кстати, забыла сказать, что в 1948 году, когда перешло, уже государство этим занялось, то это было ГДР, и уже там появился значок ГДР. Ну, а я узнала имя художницы Евы Зессель, известная человек, который работал на Карштенс в 1930-х годах. И как раз она занималась артистическим стилем ар-нуво, делала проекты, как раз которые и у меня на моем сервизе. Значит, 1930 год. 30-й. Быть и не совсем точно мне удалось определить дату создания своего сервиза. Источники очень много противоречат друг другу, но ориентировочная дата у меня в принципе есть. И я вас благодарю за то, что вы были со мной, и желаю вам всего самого-самого хорошего, отличной новой недели. А я с вами прощаюсь. До встречи!